20 октября. Последний раз я решил съездить за белыми грибами в этом году. Но, встретив фламулину бархатистоножковую, понял, что сезон белых грибов в этом году завершен. Вернее, он даже не начинался. Отдельные экземпляры достигают таких размеров. Есть молодые грибочки на деревьях. Гриб считается ценным и лекарственным. Здесь грибы. Ну и часть грибов, я вижу желтые точки вдалеке. Переодеваюсь и иду собирать. Иду по болоту и увидел ежовик черепичный, от слова черепица. По-моему, еще ежовик пестрый его называют. Не помню. Знатоки говорят, очень вкусный гриб. Я парочку небольших на пробу взял, а этот гриб очень большой. Попробую что-то сделать из них. Продолжаю поиск позднеосенних грибов. Старая умирающая осина. И здесь выросли просто идеальные фламулины. Отсюда можно хорошо увидеть их главный отличительный признак – темную бархатистую ножку. Зимний опенок, по-моему, единственный вид грибов в моем регионе, который может расти всю зиму, потому что внутри содержит вещества по физическим свойствам, напоминающие антифриз. Поэтому в период оттепели гриб может возобновить свой рост. Фламулины я набрал немного. Решил, пусть грибочки подрастут. А здесь нас ждут глухари.